Хариус обыкновенный, или хариус европейский, рыба рода хариус из семейства лососевых, обитает в водоемах Европы. Тело у хариуса продолговатое, окрашенное в голубовато- или зеленовато-серебристый оттенок на спине, а серебристый – на боках и брюхе. Отличительная особенность рыб этого вида – крупный спинной плавник, покрытый полосами и пятнышками. Размеры хариуса не очень велики. В среднем рыбы вырастают до 40 см при массе около 700 граммов, и только некоторые особи достигают максимальной длины в 60 см. Хариусы предпочитают холодные чистые реки и ручьи, однако встречаются и в озерах. Чаще всего рыбы держатся на участках с каменистым или галечным дном и со спокойным течением. Особых предпочтений в пище хариусы не имеют. Могут питаться как различными донными организмами, личинками, ракообразными, моллюсками, насекомыми, икрой рыб и мальками.